Взломали электронную почту и пробрались в офис. Нардеп Сергей Каплин обвинил советника министра внутренних дел Илью Киву в краже документов. Парламентарий заявил, подготовил обращение в ГПУ из-за беспорядков, которые вчера возле Печерского райсуда столицы устроил радикал Игорь Мосийчук. Отправить документ в Генпрокуратуру, утверждает Каплин, до сих пор не успел. Однако обращение уже появилось на странице в Фейсбуке Илья Киву. Нардеп утверждает, что его почту взломали несколько дней назад. Он обратился в ГПУ и СБУ с требованием расследовать преступление.